Школа Джобса и Movie English представляют. Приветствую всех в Школе Джобса. Чтобы повысить свои знания в английском или просто хорошо провести время, мы смотрим фильмы или сериалы. Конечно же, всегда лучше их смотреть в оригинале. Но некоторые выражения и фразы сложно понять или перевести. Чаще всего это идиомы, о которых вы должны знать не понаслышке с прошлых видео. Если же нет, можете ознакомиться на нашем канале. Многим известен сериал Breaking Bad, который обрел тысячи поклонников. Вот небольшой диалог между героями сериала, где пару раз встречаются идиомы. You left me to freak out all day long, like I dropped the ball or something, and you were the one who took it! Shut up! Drop the ball – совершать ошибку или облажаться. Если переводить буквально, то будет бросить мяч. Drop the ball? When have you ever not dropped the ball, Jesse? When have you ever not dropped the ball, Jesse? Когда ты вообще не лажал, Джесси? I was on my day off, man. What I do on my day off is off. Day off – означает выходной. Джесси говорит, что у него был заслуженный выходной день. We were on call, you junkie. On call for the biggest deal of our life. On call – быть готовым выполнить заказ. Как вы поняли, они упустили шанс продать огромную партию метамфетамина, и Хайзенберг был просто в ярости. Теория Большого Взрыва – сериал про физиков-теоретиков, который не первый год радует зрителей. Way to go the extra mile. Go the extra mile – переводится как «превзойти свои ожидания». Come on, the man torments me. I'm just letting him have a little taste of his own medicine. A taste of one's own medicine. Поступлю с ним так же, как и он со мной, оправдывается Говард перед своей девушкой. Заключительная и, наверное, самая забавная идиома встречается в Симпсонах. Как видите, Гомер оказался между скалой и таверной с названием A Hard Place. Between a rock and a hard place можно перевести как «между двух огней» или простыми словами «оказаться в неудобном положении». Еще не все. Если хотите больше полезных идиом, переходите прямо сейчас по ссылке на экране или внизу в описании на канал Movie English и передавайте ему привет от меня. Также не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новую серию идиом и оставлять свои комментарии. С вами был Достон, до скорых встреч!